Следующее занятие у нас 18 числа будет. Это среда. У нас, правило, по средам занятия проходит. Занятие будет проходить Василия Островская, станция метро. 4-5 линия, дом 42. Тоже на 19 часов. Вы подходите к этому месту. Я там где-то в 18:45 я там буду и покажу вам мне помещение. И там будет проходить занятие по средам. Тоже в 7, да? Тоже в 19 часов, да. Все. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения. Занятие у нас сегодня семинарское, оно посвящено диалектике, и называется оно «Диалектика как методология марксизма». Мы будем обсуждать с вами сегодня, как диалектика, какое отношение диалектика имеет к марксизму, а марксизм к диалектике. Меня зовут Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Имею в виду, что занятие сегодня у нас семинарское, это означает, что товарищам, которые присутствуют здесь, будет дана возможность высказаться по предложенным вопросам, которые были разосланы. 7 вопросов, я так понимаю, было разослано. По этим вопросам будет товарищам дана возможность выступить тем, кто присутствует здесь, прямо вот перед аудиторией. А товарищи, которые выслали ответы в систему дистанционного обучения, пришло порядка 60 ответов, наверное. 60 работ я проверил. В целом, я хочу отметить, что товарищи, очевидно, разбираются в вопросе, не пытались, по крайней мере, только по одной лекции Михаила Васильевича написать ответы на все вопросы, что, в общем-то, достаточно сложно сделать. Это значит, что товарищи изучали какие-то другие материалы, смотрели, может быть, лекции предыдущих годов, по крайней мере. Ну и видно, там даже есть люди, которые, очевидно, читали «Капитал», знают, знакомы с работами Энгельса и так далее. То есть уровень ответов достаточно высокий. К этим ответам мы также вернемся. Там есть некоторые замечания, которые бы я хотел отметить. В общем-то, эти замечания все носят такой общий характер. Многие товарищи делают одни и те же ошибки. Казалось бы, в простых вещах, но ошибки все похожи друг на друга. Поэтому мы по основным этим ошибкам пройдем. Ну и в целом, надо сказать, если говорить о Красном университете, то, товарищи, какую цель мы преследуем в Красном университете? Что вас, вот мы в конце диплома будем, в конце обучения будем выдавать диплом. Как вы думаете, что там будет написано? Пропагандист. Пропагандист, да. Что там будет написано? Пропагандист. То есть мы готовим товарищи по специальности пропагандист. Что это значит? Это значит, что человек с квалификацией, закончивший Красный университет, способен вести дискуссию по наиболее острым современным вопросам, применять марксистский метод, диалектический метод к рассматриваемым вопросам и свободно выступать перед аудиторией, перед, так сказать, большим скоплением граждан, и это делает свободно. Для того, чтобы научиться этому, нет никакого другого способа, кроме того, как начать это делать. Понятное дело, что имеется в виду, что вам надо выступать по какой-то содержательной информацией, но содержательная информация – это как раз те вопросы, которые были предложены к обсуждению. Ну а в целом, еще раз повторю, что обучение публичному выступлению, оно никак не может быть, эта задача не может быть решена, кроме как публичным выступлением. Поэтому я призываю всех товарищей, которые находятся здесь, по крайней мере, выступить по предложенным вопросам и сказать хоть пару слов о том, что они думают по данной теме. Давайте мы тогда с этого и начнем. Кто хочет выступить по вопросам, процедура такая: вы выходите сюда, представляетесь, говорите
Что вы, возможно, вы писали ответ на вопрос в систему дистанционного обучения. Хорошо, я тогда ваш ответ проверил, но тем не менее, то, что вы написали, коротко можно изложить. То есть сформулировать основную мысль, которую вы считаете нужно донести в данном вопросе, коротко, четко и на этом, собственно говоря, закончить. То есть мы здесь такое обширное выступление делать не надо, но коротко сформулировать то, что вы считаете содержанием этого вопроса нужно. Кто хочет выступить, товарищи? Пожалуйста, товарищ Лазарев. Представьтесь только я вас знаю. Лазарев Вячеслав Михайлович, слушатель второго курса. Первое отделение. Я не знаю даже. Вы закончили первое отделение? Я закончил, решил еще раз. А, еще раз? Да. Ну, прекрасно. Первый. Да. По первому вопросу я хотел бы Давайте. Сказать. Значит, философия. Философия – это наука, изучающая всеобщие законы развития природы, общества и мышления, включая в себя диалектику Гегеля, истолкованную материалистически. Диалектический материализм и исторический материализм. А обязательно ли говорить, что философия включает в себя диалектику Гегеля, истолкованную материалистически? Вот просто диалектика Гегеля как таковая, она является частью философии? Вот если ее не истолковывать материалистически, она является частью философии? Является. Да, то есть, вообще говоря, у диалектики Гегеля как таковая, мы знаем, что Гегель на самом деле был идеалист, но, как нас учил Владимир Ильич Ленин, хороший идеалист лучше двух плохих материалистов. В этом смысле диалектика, она как таковая. Вот то содержание в науке логики, если мы отбросим там рассуждение товарища Гегеля о Боге, о духе и так далее, то вот это вот все содержание, движение между категориями, оно вполне является значительной частью современной философии. Да, но у него некоторые места переставлены. Поставлены идеалистически, да, а мы все-таки толкуем то, что он писал, материалистически, правильно выстраивая логику развития. Да. То есть у него недочеты есть в его методе, непосредственно его методе. Но является это частью философии. Да. Угу. Я думаю, все по этому вопросу. Да. Хорошо, спасибо. Можно уточнить еще раз? Да. Почему мы говорим всеобщий закон развития природы, общества и мышления? Ну, если они всеобщие, можно просто остановиться на всеобщий закон развития, точка. Почему вот мы начинаем перечислять? В основном философия применяется к изучению общества и мышления, и природы. Отдельно можно применять. И законы, которые проявляются в обществе, в природе и в мышлении, они имеют различное проявление. Поэтому мы таким образом разделяем. Но это всеобщие законы, да? Они проявляются и там, и там, и сям. Но эти проявления могут быть различные. Так, товарищи, кто еще хочет выступить по предложенным вопросам? Еще 6 вопросов. И вообще у нас, кстати, тема сегодня диалектика как методология марксизма, а, собственно говоря, вот вопросы, непосредственно связанные с методологией марксизма, и здесь как раз нет, мы об этом тоже можем поговорить. Кто готов? Извините, да. Просто эти вопросы, рассылка, каким образом происходила? Я, например, сегодня зашел в СДО, так. Увидел, что к этой лекции прицеплен вопрос. Да. Я думал, что по итогам этой лекции должно быть. Нет, смотрите, у нас обучение построено следующим образом. Одно занятие, которое проводится, оно является лекцией непосредственно. Это вот то занятие, которое провел Михаил Васильевич в прошлый раз. Следующее занятие является семинарское. То есть вы, имеется в виду, что вы отвечаете на вопросы, и мы эти ответы как-то обсуждаем здесь. Может быть, дополняем чем-то, обсуждаем какие-то еще вопросы вокруг этой темы, но в целом мы рассматриваем ответы на предложенные вопросы. И так все время, всегда лекции разбиты на пары. По-моему, за исключением одной лекции только, но это следует из расписания. То есть, если речь идет о семинаре, это значит, семинарское занятие подразумевает под собой, что выступают в том числе и слушатели. Семинарское занятие – это не лекция.
Лекция – это другой формат. Поэтому сегодня мы обсуждаем как раз те вопросы, которые были предложены в СДО. Ну что, товарищи, кто хочет выступить? Ну, разрешите, я да, давайте. Все вопросы не знаю, но касаемо правильности, достоверности и истинности. Ну, давайте, вы выйдите сюда и расскажите нам, да? Здравствуйте, товарищи, меня зовут Карлов Павел Викторович. А на прошлой лекции Михаил Васильевич в том числе рассказывал нам про такие термины, как правильность, достоверность и истинность. И в данном случае он привел примеры, когда мы можем эти термины или эти определения использовать. А давайте мы начнем с определений. Может быть, вот как бы... И вообще вы так говорите про Михаила Васильевича, а если бы это рассказывал не Михаил Васильевич, вопрос был бы поставлен по-другому как-то? Или что-то, какой-то субъективизм вы определенный приносите в свой ответ? Нет, абсолютно. Я хотел бы, сами термины или определения, я, к сожалению, сейчас вот прям так точно не готов привести. Но когда мы говорим про правильность, достоверность или истинность, применительно к какому-либо предмету, вот здесь бы я хотел бы про это рассказать. Ну, так, давайте. Так если вы будете про это рассказывать, мы, я надеюсь, и выявим... Да. Эти категории как-то определим в вашем рассказе? Ну, например, касательно себя я бы хотел взять для примера себя. Да, так, вот. То есть вы сразу с примера начинаете? Да. Хорошо, давайте. Своими словами. Давайте. Ну, правильность. Допустим, я хороший человек, да, все же люди хорошие, у людей нету. Точнее, у людей есть и хорошие качества, и плохие качества. Соответственно, когда мы говорим, что все люди имеют хорошие качества, это правильно. Достоверность – это когда мы, допустим, можем проверить, например, взяв меня, сделав опрос моих коллег. Подождите, вот сразу же к достоверности пошли. Вот вы сказали, все люди имеют хорошее качество. Да. А плохие качества? Тоже имеют, конечно. А все люди или не все? Все. Так, отлично. И мы что видим? Вот в таком рассуждении, казалось бы, мы говорим сейчас о конкретном примере, мы видим уже, что… Ну, что есть какое-то противоречие. Да, есть противоречие. В чем оно выражается? Ну, что есть как положительные стороны, так и отрицательные. Да, то есть мы утверждаем, и у нас есть утверждение, и в то же время отрицание. Причем отрицание – это утверждение. Мы не что-то другое берем в качестве там, негативного, а плохие качества – это что значит? Это те, которые отрицают хорошие. А хорошие – это те, которые отрицают плохие. То есть они связаны в этом смысле с друг с другом. Так, и вот имея в виду такую форму, значит, мы начали говорить о каком-то предмете и сразу же увидели, что две стороны. Форма, да, такая двусторонняя и противоречивая. И что это нам наблюдение должно сказать? Оно вообще о чем-то вам говорит? Ну, мы можем как бы обобщить на все. Ну, не на все, ну на все в том смысле, что мы философию уже изучаем. Что? Ну, есть хорошие стороны, есть плохие стороны предмета. А где они есть, вот эти хорошие и плохие стороны? И вообще, одна сторона и другая сторона, которая вот находится в противоречии в том самом, где они есть еще? В чем? Коллеги, подсказывайте. Помогайте. Мы какую науку изучаем? Какую? Ну, сейчас, вот у нас о какой науке идет речь? Логика. Нет. Философия. Философия. А мы, философия, вот нам товарищ Лазарев докладывал, что это такое. Наука об законах. Каких? Природы. Каких законах? Об общих законах. Всеобщих, да. Всеобщих законах. Это значит, что они где есть? Везде, во всем, да. И мы, на самом деле, когда мы говорим о противоречии, вот то, что с чего вы начали, про хорошие и плохие качества, противоречие есть везде. Во всем, что бы вы ни взяли, на самом деле, и что бы вы ни взяли в материальном мире, тем более, оно противоречиво. Оно противоречие есть во всем. А если... Значит, мы определяем что-то и хотим про что-то узнать истину об этом там, предмете, да? И предмет противоречив, то истина-то какая должна быть? Диалектичная. Ну, а что это значит? Ну, диалектичная – это какая-то, как бы такое словечко тут получается. Ну, диалектичная, да, конечно. Да, что мы рассматриваем истину… Она тоже должна быть противоречива. Это первое наблюдение. Конечно, если предмет противоречив… В нем он содержит все противоречия. А мы хотим об этом предмете получить истину.
Значит, истина должна быть, отражать это противоречие. Она тоже должна быть противоречива. Она должна отразить это противоречие в себе. Противоречивая истина отображает противоречие. Да, и истина, первое наблюдение, мы еще тут не раскопали, что такое истина. Мы первое наблюдение сделали, вот из вашего рассказа, которое заключается в том, что истина также является противоречивой. То есть, если истина не содержит противоречия, это не истина. Вот такое наблюдение, по крайней мере, можно сделать. А, кстати, что такое... И здесь вот появляются словечки, которые используются, очень часто используются в такой, в обыденной речи, но в большинстве своем люди не понимают, что они обозначают. Когда говорят «истина конкретно», что имеют в виду? Вот знаете выражение «истина всегда конкретно»? Нет, такого выражения не знаю, но предполагаю, что других вариантов не бывает. Нет, это как раз и понимается в том смысле, что конкретное – это значит противоречивое. Конкретное – в противоположность абстрактной. Вот абстрактная истина, она быть не может. Абстрактное – это одностороннее. А конкретное – это значит, что противоречивое. И конкретное – это то, в чем есть противоречие. Соответственно, истина всегда конкретна, как раз истина всегда противоречива. Вот мы как бы уже истину начали раскапывать, и, так сказать, теперь бы нам, конечно, понять, что такое истина еще. Михаил Васильевич, я уверен, что об этом говорил. Говорил. Да, что это такое? Соответствие определения объекту. Понятие объекту. Понятие. Все-таки мы потом будем изучать, есть две парные категории, которые похожи друг на друга. Определение и понятие. И они очень сильно друг от друга отличаются. Потому что определение – это категория из первого тома науки логики Гегеля. Это изучение о бытии. И определение – это просто качество, которое есть в себе в простом нечто. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. То есть, это такое качество, которое сохраняется в изменениях, во всех изменениях этого нечто. И противостоит переходу нечто в иное. На следующем занятии мы об этом очень подробно поговорим. И есть... Понятие. Понятие – это более сложная категория, которая заключается в том, что это снятое бытие. Снятие бытия вообще – бытие, через которое просвечивает сущность. Это более сложная категория. Вот. И поэтому, когда мы говорим об отражении мира, мы все-таки их можно отражать и определениями, то есть определять предметы, категории. Но вообще говоря, в конечном счете мы интересуемся понятиями. Понятие – это более широкая, более серьезная категория, которая содержит сущность предмета. Вот, поэтому истина – это соответствие понятия предмету. То есть, предмет мы должны описать таким образом в понятии, чтобы было соответствие нашего понятия и предмета. И если это соответствие есть, то это и есть истина. Истина. Отлично. Теперь давайте поговорим про правильность и достоверность. Ну, с правильностью мы уже начали. Да, но теперь вот имея в виду ту картину, которая перед нами предстала, что истина противоречива, что истина – это соответствие понятия объекту. Что можно сказать про правильность? Что такое правильность тогда? Ну, вот вы сказали, вы хороший человек. Да. Ну, или давайте про меня говорить, потому что сейчас второе надо высказать, так сказать. Я про вас не хочу говорить. Вот я хороший человек, и это первая мысль. И я плохой человек, то вторая мысль, которую надо высказать. И то правильно. Да. Значит, правильность – это что такое? Ну, вот смотрите, я беру одну сторону. Я хороший человек. Вот он поскал, товарищ Лазарев. Да, это односторонность. Это одна сторона противоречия. Вот в противоречии у нас, мы тут рассматриваем противоречие, как хороший человек и плохой человек. Да? И это, в этом есть противоречие. Угу. Правильность – это просто, и мы сказали, и то правильно, и все правильно. Но и то правильно, и все правильно, значит, надо отделить одно от другого. И получается, что одна сторона противоречия, вот если мы берем просто одну сторону противоречия и ее фиксируем, это и есть правильность. То есть мы никогда не берем саму истину как противоречивую, содержащую в себе это противоречие, а берем только одну часть этой истины, или можно говорить, как раз возвращаясь к тому, что я говорил до этого, противоположность между конкретным и абстрактным. Истина, взятая абстрактно, то есть взятая с одной стороны, односторонне, абстрактно, есть правильность. И вот это уже определение. Это уже определение. То есть мы взяли в противоречии, мы отбросили одну из сторон противоречия и утверждаем только одну сторону. То есть берем это противоречие абстрактно, не как противоречие, а как одностороннее. И это есть правильность.
Вот это все. Можно еще раз определение? Как вы... Еще раз. Истина, взятая абстрактно, односторонне, это и есть правильность. Причем вы можете как одну сторону брать, это будет правильность, как, так и с другую сторону брать этого противоречия. Потому что на самом деле в противоречии есть, ну, вот эти противоположности. Или, как мы потом узнаем, так называемое рефлективное определение. И то есть одностороннее, и другое есть одностороннее. Не важно, что вы берете, но и то правильно, и все правильно. Вот, так истина устроена, так устроено противоречие. И вот вам, наверное, Михаил Васильевич, я не знаю, что он там рассказывал, ну, я полагаю, рассказывал про движение, да, про то, что находится в одной точке и не находится, но это механическое движение. А самое, тут уже вопрос такой, более сложный, вот есть категории диалектические, какие из них, и там, есть ли вообще истинные категории диалектические? Ну, конечно, есть. А как, они все истинные или не все? Тут, кстати, в ответах это вот кто-то ошибся, вот неправильно этот вопрос понял. Вот у нас есть различные диалектические категории, мы потом их будем изучать. Они все истинные или не все? Имея в виду то, что мы сказали. Но вы знаете, какие они диалектические категории? Ну, давайте начнем. Бытие. Вот, отлично. Отлично. Это истинная категория? Да. Нет? Где вы в ней противоречие обнаружили? Истина – это то, в чем есть противоречие. А категория бытия, она не противоречивая. И первые категории диалектики, как раз чистое бытие, чистое ничто, бытие – ничто – это категории абстрактные, они не истинные, потому что они противоречия никакого не содержат в себе. А первая категория, которая содержит противоречие, это какая? Нет, становление. Становление – это как раз движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. В становлении есть противоречие, там есть уже две стороны. Она положена как противоречие, она возникает как движение бытия в ничто и наоборот, ничто в бытии. То есть два движения, противоположные движения в одном движении. И поэтому это первая истинная категория. А дальше так получается, что все категории истинные, потому что все категории диалектики содержат предыдущие категории в снятом виде, соответственно, все категории содержат все становления. Значит, все уже категории, дальнейшие категории диалектики – это есть становления в снятом виде. Ну и в этом смысле они все истинные. Вот так вот получается такая интересная история. Но давайте с достоверностью закончим. С правильностью мы определились. Значит, мы поняли, что такое истина, мы поняли, что такое правильность. С достоверностью давайте закончим. Так, а что можно про нее сказать? Ну, своими словами, это то, что когда мы проверяем. Правильно. Ну да, это то, что верифицировано, то, что подтверждено каким-то опытом и так далее. Это, то есть, на самом деле здесь ничего достоверно вам говорю, когда утверждаю, достоверно вам говорю, это значит, что я это проверил. Ну, не более того. То есть ничего здесь такого содержательного особенно нет. Ну, проверил. А как проверил, чем проверил, почему проверил и что я за эксперимент там проводил, я об этом и не говорю. Но это все равно достоверность. Ну да. Отлично, спасибо. Тяжеловато. Ну, все понятно. Но видите, тут заключается, вся идея заключается в том, что вроде мы говорим все те слова, которые я проговаривал, ну, вы все слышали, понятное дело, да, то есть ничего нового я тут не сказал особенно. Но известное не есть от того понятое, как учил нас товарищ Гегель. Соответственно, самые простые слова и самые простые категории, поскольку они простые, но все думают, что они их знают, а на самом деле они не являются понятыми. А вот мы здесь пытаемся, изучая диалектику, определить все категории, все вот эти простые слова и связи между ними, что они означают, и как они друг с другом связаны, и как одно переходит в другое, все переходы указать. Вот, поэтому это вот такая, это и задача диалектики в том числе, чтобы указать, исследовать, ну, самое простое вообще. Спасибо. Спасибо вам. Так, давайте пойдем дальше. Перейдем к следующему вопросу. Кто хочет выступить? Диалектическая истина. Давайте. Хлопунов Борис. Честно говоря, я не до конца уверен, что правильно понимаю вопрос, но попробую поразмышлять, может быть. Думаю, что... Да, я имею в виду то, что вы написали. Думаю, что вы не очень правильно понимаете. Ну, давайте. Хорошо. Ну,
как вот мы уже заметили, все имеет две стороны, в том числе, наверное, и истина должна иметь какие-то две стороны. В этом будет заключаться ее диалектичность. Вот. Значит, дальше рассуждение такое, что ну, истина, она вообще ну, не существует сама по себе в мире, она существует постольку, поскольку есть человек. То есть есть кто-то, кто отражает этот мир. И здесь хорошее, мы... кстати, замечание, хорошее наблюдение, да. Потому что нам в понятиях выразить в понятиях, вот что-то понять, выразить в понятиях. Как можно, кстати, выразить в понятиях только? Каким образом? Ну как? Ну давайте докажем, что человек тут необходим. Нам как-то нужно просто доказать, что человек необходим. Почему там собака не может выразить в понятиях? Ну... Вот, абсолютно правильно. Нам нужно... Все понятия выражаются в языке. Никакого другого способа выразить понятие нету, кроме как выразить в языке. А как-то ну, мы так знаем, что язык – это ну, по большей части человеческое изобретение. Так что язык необходим, значит, необходим человек. Да, поэтому в этом смысле истины без человека и постижение истины без человека быть не может. Ну вот, да. И ежели так, то тогда, ну вот где-то вот как раз вот в человеке, в том, как он существует в мире, должно вот проявляться вот эта вот его противоречивость, которая нас как-то должна вывести и к противоречивости диалектичности истины. И, собственно, ну, наблюдая за человеком, можно увидеть, что, во-первых, он познает мир, а во-вторых, он изменяет мир. То есть вот как будто бы две такие противоположные его стороны деятельности. Тогда, с одной стороны, со стороны познания истина будет определяться, как вот раньше сказано было, это соответствие понятия объекту, то есть мы смотрим на объект и правильно его себе представляем. А с точки зрения изменения мира... Но слово «представляем» мне не очень нравится, потому что «представляем» — это как будто какой-то образ, а на самом деле мы отражаем объект, отражаем в понятии, в языке, то есть при помощи языка мы отражаем объект в понятии, да, вот больше тут глагол «отражение» подходит. А значит, с точки зрения изменения мира, истиной будет являться то, что вот ну, та идея, которая у нас возникла, типа там идея построить самолет, и то, что вот мы построили, самолет, или который летает, или который не летает, вот соответствие нашей идеи, созданному объекту, это будет другой стороной истины. То есть соответствие вы говорите об идее почему-то, то есть переходите к идее, а на самом деле, ну да, идея связана с понятием, но в принципе здесь лучше говорить о соответствии объекта понятию. Да, вот я смотрю то, что вы написали, и у меня вопрос только к идее был как раз, вы написали про идею. Идея – это что такое? Я не помню определение, к сожалению. И так? Начало? Нет. Неразвитое начало? Нет. Это вы... неразвитый результат. Это начало. Я отвечаю на вопрос, что делать. Это... Ну, сейчас, еще раз. Это что такое? Это что-то, что... Ну, это мысль, короче, в общем. Это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Это мысль. Мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Да, и на самом деле здесь, ну, она как бы действительно должно быть, если мы хотим изменять мир, у нас должна быть мысль, отвечающая на этот вопрос. Но в целом у нас должно быть сначала еще понятие. То есть нужно отобразить в понятии то там, хорошее, идеальное, истинное представление мира и изменять его в соответствии с понятием. Поэтому правильно бы говорить, что это соответствие понятия объекту и объекта понятию. Естественно, там идея должна быть, идея об изменении мира, она должна быть. Но в целом, как идея вот, об изменении мира, это уже более сложный вопрос. Тут надо как-то таким, некую начитанность проявлять. Когда вообще эта идея появилась, сформулирована в философии? Вот идея о том, что мир нужно менять. Кто-нибудь знает? Ну, вообще, это ну, одна из знаменитых цитат Маркса, что типа философы прошлого там считали, да, что мир нужно описать, но штука в том, чтобы его изменить. Да. Но подозреваю, что идея об идее была раньше. Нет, конечно, идея об изменении она была раньше, но она сформулирована в таком виде, в философском смысле, она была впервые как раз Марксом. И в этом смысле есть различие между созерцательным, фейербаховским материализмом, который говорит о том, что просто нужно, ну, мир материален, мы его отображаем в понятиях о мире, как бы формируем понятие о мире, но созерцаем. То есть мы как бы сидим, ничего не делаем,
но очень, пишем очень умные учебники, например. То есть отражая мир в понятиях. А Маркс говорит, нет, как раз в тезисах о Фейербахе. Последний, по-моему, тезис говорит о том, что действительно философы прошлого исследовали мир, а задача-то заключается в том, чтобы его изменить, основная. Вот, поэтому эта идея впервые вот в таком виде сформулирована именно Марксом. Ну хорошо, замечательно, спасибо. В соответствии с, понятием. Ну, если мы говорим об изменении общественного мироустройства, да, то есть о изменении общества, то надо его изменить в соответствии с понятием коммунизма. Ну, он сам не изменится. Вот. И тут как бы почему вообще эта мысль появилась? Она появилась потому, что общество человеческое развилось до капитализма, а вот так получается, что до капитализма оно само развивается. То есть ничего не надо делать, общественные силы сами развиваются, классы борются, и экономические предпосылки толкают производство, толкают общество к изменению общественно-политического строя и приходу к капитализму. То есть это как бы такой, ну, вполне естественный процесс. А вот переход к коммунизму, ну, к социализму, к коммунизму в первой фазе, он заключается в том, что этот процесс должен сделать, класс должен сознательно это сделать, этот переход. Он не произойдет сам как таковой. Потому что, вот, например, переход, ну, если мы посмотрим, переход от феодализма к капитализму, он в экономике произошел практически везде значительно раньше, чем в политике. Если говорить о феврале 17 года, да, то какая у нас экономическое бытие какое было? Февраль 17 года, еще не произошла революция. Февральская революция еще не произошла. Нет, был уже давным-давно у нас был капиталистические отношения были везде. У нас была надстройка феодальная надстройка была, да, то есть был у нас гражданин Романов и так далее. В этом смысле, да, был феодализм. То есть общественно-экономическая формация, она определяется надстройкой. То есть она определяется тем классом, который является главенствующим политически, политическое господство владеет. Тогда это были феодалы, но экономически наша страна уже была давно капиталистической. И это Ленин доказал, что она капиталистическая еще в конце 19 века была. Когда он пишет работу о развитии капитализма в России, он показывает, что в деревне, там, несмотря на все эти разговоры и рассказы там граждан-народников о том, что вот там община, что это какая-то новая форма, так сказать, взаимодействия в обществе, он показывает, что вся эта община уже давным-давно разложилась и господствуют капиталистические отношения. Это было показано. И эти капиталистические отношения, ну, так сказать, это экономический закон. Просто он прокладывает себе путь вне зависимо от желания, так сказать, трудящихся, можно сказать, и господствующих классов. А вот переход к социализму, он требует все-таки осознания, выражения в понятиях то, как общество должно быть, как оно должно быть выглядеть, почему оно должно выглядеть так, и как этот переход от капитализма к социализму происходит, как он может быть произведен. И вот в этом смысле это уже такая вот идея, ну и истина о том, что общество должно быть преобразовано в социалистическое общество, а потом развито до полного коммунизма, это как раз истинная диалектическая истина об обществе. Так, ну что, движемся дальше. Следующее у нас вопрос: диалектика как наука. Кто хочет выступить по этому вопросу? Ну, давайте, товарищи, по любому вопросу, который вы готовили, можно выступить, на самом деле. Я тут не претендую на то, что прямо про диалектику как науку говорить. Может быть, про диалектический материализм, исторический материализм. Это же вот вопросы, которые, ну, как бы, они на слуху, так сказать. Кто-то хочет выступить? Ну, давайте мы поступим следующим образом. Если никто из присутствующих выступить не хочет, тогда, ну, как бы, будет странно, если я начну рассказывать про эти вопросы самостоятельно. Давайте мы перейдем. Да. Давайте. Вы решились. Отлично. Давайте. Ну,
Здравствуйте, я Бабин Максим. Диалектический материализм. Диалектический материализм – это мировоззрение, которое включает в себя два момента. Первый момент – это диалектика, это метод понимания и сознания вещей, предметов, процессов. И материализм – это способ истолкования объяснения процессов и вещей. А что за способ такой? Вот вы смотрите, вы тут два слова использовали – метод и способ. Это что-то разное для вас? Ну, я это использую как синоним. Это синоним, хорошо. Да. А вот есть такая категория, прям научная категория метода. Да. И она достаточно сложная. Вот вы понимаете, что такое метод? Нам сейчас как раз это, да, в диалектическом материализме в том числе тоже понадобится. Что такое метод? Ну, метод – это… способ – это такой алгоритм, с помощью которого мы исследуем… Да, вот видите, вы говорите, метод – это способ, а способ – это метод, как бы, получается. Ну, в этом случае я сказал это как синонимы, но когда я буду говорить о методе, то способ уже, он не такое вообще будет значение иметь, а более конкретно. Значит, есть определение метода. Гегелевское, да. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. И это достаточно так, тут какое-то нагромождение слов поначалу кажется, но достаточно легко понять. Еще раз. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. То есть, во-первых, есть некий предмет, который изучается, который подвергнут изучению. А у этого предмета есть самодвижение его содержания. То есть, если этот предмет рассматривать как науку, а у нас тут как раз был вопрос предыдущий как науку, и нам к этому нужно будет на секундочку вернуться. А наука – это что такое, знаете? Ну… Так, система знаний. Система. А что это значит? Ну, что значит система знаний? Это означает, что знания, которые получили опытным путем, нет, по каким-то правилам выстроили в систему. Так, а что такое система? Система – это… Ну, это сложно сказать. Значит, если мы говорим о системе знаний или о знаниях, выстроенных в систему, то это значит, что у этих знаний, которые мы выстроили в систему, есть начало и есть результат. Что такое начало? Вот, то есть вам подсказывают. Неразвитый результат. Это такие парные категории. Начало – это неразвитый результат, а результат – это развернутое начало. То есть, это такие парные категории. То есть, еще раз, есть у данного предмета, ну, есть, если мы говорим про науку и про систему знаний, да, то есть, у этой системы есть начало, как неразвитый результат, и есть результат, как развернутое начало. И есть движение, которое нас приводит, логическое движение, не физическое, там, механическое какое-то движение, а логическое движение, которое приводит нас от начала к результату. И это движение происходит в какой-то форме. Так вот, если мы осознаем форму этого движения, то это будет метод данной науки. Еще раз. Метод – это форма, это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Когда мы изучаем конкретный предмет, он развивается от начала к результату, причем это саморазвитие, самодвижение. Возьмите любую науку, она, ну, в ней самой заложено это движение. То есть мы как бы только раскрываем эти законы этого движения в каждой из наук. И если мы осознали ту форму, в которой это самодвижение происходит, то это и есть метод. Вот такая вот такая категория диалектическая. Так вот, вы, когда говорите о диалектическом материализме, вы начали рассказывать, что есть некий метод у этого диалектического материализма. Метод диалектика – это и есть метод. Да, диалектический метод у диалектического материализма действительно методом является диалектика. Сама она является методом. То есть, вот это движение категорий и выявление противоречий – это и есть метод диалектического материализма. Но тут появилось слово «материализм». А откуда оно взялось-то? Ну, материализм – это противоположность другому. Вот давайте пока отбросим от диалектики, материализм как бы отбросим. Вот если мы возьмем диалектику как таковую, чистую диалектику, угу. Что это такое? Что это такое, да, по мнению Гегеля? Да, да, вот по мнению Гегеля. Я думаю, что это просто система понятий, выстроенных Гегелем по очереди. Да, да. Не, да. Только, ну, не Нет, по очереди. Я вот думаю, да, что именно по очереди, что он это сделал.
Смотрите, это система, лучше говорить, категорий, потому что там не все вот категории, которые там у Гегеля есть, это понятие. Далеко не все. Бытие – это не понятие, это категория. Ну, это что-то более простое, чем понятие. Итак, есть категории, которые действительно выстроены в некоторую очередь, но эта очередь не так сказать, что он, давайте вот я сейчас их подмешаю, так сказать, и поставлю одну за другой. А эта очередь, она сама появляется и выводится строго логически Гегелем. То есть Гегель эту последовательность категорий выводит логически, она не случайная. Так, а если, значит, мы определили диалектику, вы абсолютно правильно сказали. Диалектика – это просто вот эти категории из гегелевской науки логики и связь между ними, движение между этими категориями. И диалектика как бы больше, ну, ничего собой не представляет. Так, хорошо. А теперь мы здесь говорим, у нас получается диалектический материализм. Материализм какой-то. Что это? Откуда это взялось? Ну вот если понимать вот эти понятия, что они развиваются одно из другое, так, с другого, и все, что есть, это включает в себя как бы побочный продукт этого развития, то это будет идеалистическое понимание. А если мы будем рассматривать материалистически, то мы вот рассматриваем все, что есть, потом... Вот нам надо как-то перейти, вот этот, сделать этот переход от... просто категории, которые, ну, на самом деле, категории-то они откуда, они просто в нашем мозгу возникают. Да. На самом деле диалектика изучает просто предметом диалектики, что является? Движение. Чего? Материи. Это вы перескочили в диалектический материализм, этот переход надо сделать. Предметом диалектики является изучение движения мысли. Вот как мысль движется, вот мы взяли, есть, там будет у нас, мы будем изучать, когда будем изучать науку логики, там, первая мысль о том, что есть, мы называем эту мысль бытием. Поскольку она первая, она чистая. Вот мы наши мысли и движение мыслей называем строго определенным образом. Появляются эти категории. Ну и мы следим за то, чтобы мысль все-таки логически двигалась у нас, а не случайно. То есть мы всегда начинаем заново рассматривать то, что мы только что получили. Итак, диалектика как таковая изучает, ее предметом является изучение движения мысли, логическое движение мысли, самой мысли. Здесь пока никакой материальности нет. Ну, может быть, это как бы нам это Божник транслирует, так сказать, это движение. Вот, если... И, кстати, это не, ну, в этом, тут есть, конечно, с некоторой долей издевки, я говорю, понятное дело, но в целом-то Гегель именно так и понимал это. То есть, вот как бы дух, он называл это дух. Дух, как бы он, вот это движение, он как бы вам и вкладывает в голову. А теперь нам надо перейти от мысли к материи. Если мысль, она существует не сама по себе, изолирована от того, что она отражает, то тогда мы и делаем вывод, что мысль отражает материю, которая движется по этим законам, которые отражаются в диалектике. То есть, есть материя, она отражается в мысли, а мы изучаем законы, по которым движется мысль. А мысль движется именно по закону материи. Отлично, да, супер. Вот это как раз то, что нужно отметить. Значит, действительно есть материя. Материю мы отражаем в нашей голове при помощи мыслей. Но на самом деле мы же не делаем это напрямую. Как вот эту связь все-таки уловить? Вы все правильно сказали, очень хорошо. Здесь задача еще заключается в том, а как это уловить? Он же вот просто категории как бы называет эти категории, а откуда они берутся? Как они появились в языке? Категории. Да, категории как в языке появляются? Вот как бы устойчивые слова как в языке появляются? Ну, вначале люди используют какие-то слова для объединения каких-то предметов, объединяют какие-то группы предметов в одно слово, а потом философ изучает это и выделяет. Нет, философ не изучает. Эти слова появляются вне, так сказать, философской мысли. Нет, когда... я имею в виду, что есть какие-то предметы, эти предметы объединены какими-то качествами, характеристиками. Можно сказать и предметы, но на самом деле... есть что-то, что повторилось очень много-много раз. И вот это то, что повторилось очень много-много раз, ему нужно, ну, человек, когда развивается, ему нужно придумать какое-то название. Потому что что-то повторяется много раз, и об этом там надо говорить. И когда вот это вот много-много раз встречается и повторяется, этому придумывается название. Поэтому название и слова вообще, ну, вы знаете, вот, что есть различные языки, и есть, так сказать, бедные языки, а есть языки достаточно развитые. С чем это связано? С практикой, которая...
А в чем она, практика эта, заключена? Ну, вот, например, один народ живет в одних условиях, и он видит там... Вот, это правильно, так. А другой народ живет в других условиях, ему не нужно никак развиваться в смысле производства, как, например... О, вы отлично сказали. Вот это вот вы, есть такой этот популяризатор науки Станислав Дробышевский, вот он рассказывает только про то, что, значит, то, что люди видят вокруг себя. То есть создались такие условия вокруг, и поэтому у него тоже там про язык есть некоторые рассуждения. Но на самом деле, вы правильно очень сказали, про производство. Производство является определяющим. И... люди, занимаясь производством, то есть просто, ну, как бы, производя что-то, они встречаются с какими-то повторениями в этом самом производстве. И эти повторения отображаются в словах, в языке. Язык появляется в языке вот эти самые категории. А потом эти категории рассматриваем как движение чистой мысли, а на самом деле в этих словах, в этих категориях уже кристаллизовалось материя, она отразилась в этих категориях. Соответственно, мы, изучая движение этих категорий, на самом деле изучаем движение материи. И вот таким вот образом это доказывается. И если это понимать, то это называется диалектический материализм. А вот каким образом в производстве отразил в себе бытие длинного? Как это получилось? Ну, все, что есть... и все. Ну вот это слово в себе бытие длинного. Да. Оно же, кроме смотрите, какой-то книжки, нигде вообще не встречается. Здравствуйте. А где? В себе бытие. Ну, в себе, себе про себя вы как-то говорите. Нет. Я себя. Я говорю конкретно вот это слово в себе бытие. Ну, а нет, не-не-не, смотрите, вот это просто уже название категории. Но здесь все слова, они как бы понятны. Бытие – это просто есть. Есть, есть и все. Есть без дальнейшего определения. Вот конкретно вот это вот, в себе бытие. А нет, ну такого словосочетания, это, конечно, так сказать, Гегель назвал эту категорию так. Но все слова внутри этой категории, они как бы из языка взяты. Они ниоткуда-то. Это не что-то, как бы, не какой-то новояз. Так что в этом смысле тут... как бы это, части этой категории взяты из языка все равно. Можно вот, мне кажется, уточнение, что вот, ну, вот это слово «есть» и «бытие», оно вот именно в русском пропало. В принципе, во всяких англоязычных, типа «я есть там, инженер», ну, M, да. «I am инженер». Да. Нет, я говорю именно не про бытие, а про в себе бытие. То есть в себе бытие. Нет, это название категории, тут я с вами соглашусь. Ну, как бы, еще раз, все равно это составная категория такой, которая состоит из слов, которые вот кристаллизовались и отразились в языке. Хорошо, давайте, спасибо, спасибо большое. Хорошо, вы выступили. Давайте мы пойдем дальше или сделаем перерыв. 10 минут, да, у нас перерыв? Да. 10 минут перерыв. Кирилл Валерьевич, а каким образом приходят вопросы? Ну, куда-то на почту они приходят? Это хороший вопрос. Но товарищу Мордовину задать. Я думаю, что они приходят в личный кабинет в системе дистанционного обучения. А вот я там... Так и есть, да. Да, это нужно туда как-то... Вам на почту, когда вы запрашивали подключиться... Красный университет должны были прислать. Тогда надо еще раз написать. Был, видимо, сбой какой-то. Потому что уже были жалобы. А можно вопрос? Да. Вот вы когда до этого беседовали с людьми, вы ему сказали, что вот определение – это гегельская категория. Но он, наверное, имел в другом смысле слово определение. Не в смысле гегельской категории. А в каком смысле можно использовать определение еще? Ну вот вы можете подойти к любому на улице спросить. Да, вот вы можете подойти к любому, фактически, к, так сказать, деятелю науки и спросить, что такое определение. И большинство вам не скажет, к сожалению. Нет, ну вот если мы берем толковые слова, это определение формулировок, раскрывающее и разъясняющее содержание и смысл. Вот у слова уже может быть много значений, поэтому когда он имел в виду определение, он имел в виду то значение, а не гегельское. Нет, что значит много значений? Ну вот почему вы считаете, что то, что вот взяли, вот вы взяли из толкового словаря, что там еще раз давайте послушаем? Объяснение, формулировка. То есть для того, чтобы знать, что такое определение, я должен знать, что такое объяснение, я должен знать, что такое формулировка, и я должен что еще знать там? Дальше просто раскрывающее, разъясняющее содержание, смысл чего. Я должен знать, что такое содержание. Я должен знать, что такое смысл. То есть, видите, если подходить, ну, формально к
вот к, так сказать, ну это же определение, то есть эта категория раскрывается таким образом, то есть она определяется здесь, в том смысле, вот определение есть, вот это то, что вы сказали. Значит, я должен знать, вот в этом, в том, что вы сказали, все его, все эти части, которые, из которых вот вы сказали это в этом предложении. Вот если мы говорим про определение в Гегеле, как категория у Гегеля, которую я сказал, качество, которое есть в себе, в простом, нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Качество – это предыдущая категория, в нем бытие – это предыдущая категория, Гегель ее определяет. В себе бытие, предыдущая категория, он ее определяет. Простое нечто, предыдущая категория, он ее определяет. Сущность не определяет, а будет. Да, вот здесь вот сущностно только, вот эта связка сущностно, она действительно не определена. Но потом, когда будем изучать, ну, здесь получается такая возвращение назад, когда мы будем изучать учение о сущности, будет понятно, почему... эти бытие для, в нем бытие и бытие для иного связаны сущностно. А вот еще вопрос, Арош. Вот в нем бытие, это что вообще такое? Вот есть в себе бытие, бытие для иного, а в нем бытие, это вообще откуда оно тут берется? Оно, мне кажется, вообще тут не нужно. В нем и бытие, это такое бытие, которое... Я знаю это определение, ну? Просто ход мысли. Вот есть в себе бытие, так? Есть бытие для иного. Так. Есть, например, качество, так? Качество стоит из реальности отрицания. А у нечто есть себе бытие, бытие для иного и третье. Ну и что? Так. А почему, например, у нас же это все в снятом виде становления же, правильно? Ну и что? А становление – это единство двух моментов. Бытие – ничто. А тут, получается, три момента какие-то. Ну, они в единстве находятся? Три момента. Ну и что? А тут три берется. Давайте пять писаем. А что, ну, подождите секундочку, я не очень понимаю. Ну, они, это, во-первых, он говорит так, что в себе бытие... Еще дополнительно в нем можно выделить еще один момент. Как это? Ну, вот так вот. Произвол. Почему произвол? Я не понимаю, в чем тут произвол, в чем тут видеть произвол. Потому что он говорит, что в себе бытие, это как бы вы просто говорите то, что принадлежит этому нечто, да? А он говорит, что еще в этом нечто, то, что определяет в этом нечто, оно есть момент, который противостоит тому, что выходу в иное. То есть утверждает это нечто в самом нечто. Это как раз нужно для определения. Ну, понятно, что Гегель знает, к чему он придет. Потому что, ну, так сказать, он собирает эту мозаику разрозненных, так сказать, разрозненных мыслей и понятий философии. Он ее собирает в одну, упаковывает в встроенную форму. То есть в нем бытие нужно только для того, чтобы... Говорят, чтобы определение, определение определить, да. Да, чтобы получить определение, да. Больше ничего. Ну, ну, оно в нем бытие-то оно потом встречается еще? Да. Да. В бесконечности... Сейчас. Просто если сказать, что в себе бытие, оно сразу вот отталкивает бытие для иного, то и не нужно в нем бытие. Нет, оно в себе, все бытие не отталкивает бытие для иного. Если так сказать. В себе бытие – это момент равенства с собой. Я равен самому себе, это в себе бытие. Я вам представляю, что вы равны, вы не равны. И еще третья рука. Почему третья рука-то? В нем бытие. Вот вы равны, не так, равны. Да. А откуда берется вот это неравенство? Откуда берется? Почему в нем бытие появляется? Вот есть себе бытие, есть бытие для иного. А третье, вот откуда оно берется, непонятно. Еще раз. Себе бытие. Я понимаю, что это отталкивается от другого, поэтому оно и есть. Да. Ну а почему оно должно браться, вот как третье? Ну смотрите, еще раз. Там Гегель замечает, что нечто не равно иному. Нечто как-то остается нечто, оно не переходит сразу же в иное. Значит, в равенстве с собой есть момент, который противостоит этому переходу. Иначе нечто перестало быть нечто. Оно перешло бы сразу же в иное. Это я понимаю. Ну я... все, и вот этот момент он называет. Все, если я его зафиксировал, если про него рассказал, я его должен назвать. Мне он нужно его назвать. Я называю его в нем бытие. Все. Тогда можно так сказать. Есть бытие, есть ничто. А есть еще третье, благодаря... Нет, подождите, почему бытие и ничто? Нет, я возвращаюсь назад, чтобы использовать вот этот вот мысль. Возвращаемся назад. Бытие, ничто. Есть третье, благодаря чему они переходят в иное. Но третье уже нет. А почему здесь есть третье? Третье. Откуда оно берется? Только потому, что нужно описать вот это вот неравенство, что нечто должно оставаться самим
переходя сразу же в ГУНА? Еще раз. Там было положено, что нечто иное на самом деле одно и то же. Не важно, что взять за нечто, не важно, что взять за иное. Так? А потом нам нужно их разделить. Нам нужно сказать, что нечто, ну, оно остается нечто и утверждает себя как нечто. Оно не переходит в иное сразу же. И вот этот момент утверждения себя как нечто, момент равенства собой, утверждение причем себя, которое противостоит в эту переход в иное, он называется в нем бытие. Нет, я это понял. Я понимаю, зачем он нужен. Все. Ну, это как костыль, такой костыль. В смысле костыль? Дальше мы получаем категорию определения, а вы называете это костылем. Нет, я имею в виду, что вот вы берете в себе бытие и сразу говорите, что вот оно противостоит бытию длинного. Вот у вас определение какое-то получается. Еще раз. Смотрите, у вас есть бытие и ничто. И не нужен внутри этой категории для того, чтобы перейти в становление. Ну тут есть себе бытие, бытие длинного, но для него нужна третья категория, чтобы перейти в определение. Почему нельзя сразу сказать, что есть себе бытие, потому что сразу противостоит бытие длинного? Потому что вы должны рассматривать категории последовательно. Еще раз, есть изменяющееся нечто. Просто сначала изменяющееся нечто. Мы вот эту категорию когда добыли, и там получается так, что нечто всюду равно и не равно себе одновременно. Всякое нечто всюду равно и не равно себе одновременно, изменяющееся. И мы вот это равенство и неравенство с собой просто, которое мы назвали, называем равенство с собой. Это в себе бытие, неравенство с собой, это бытие для иного. Два момента. Все, мы просто назвали. Просто вот назвали моменты равенства с собой, а потом мы начинаем уточнять, что момент равенства с собой на самом деле, поскольку мы до этого говорили, что нечто иное – это одно и то же, но нечто все-таки оно утверждает себя как нечто. И в этом моменте равенства с собой есть что-то, что противостоит выходу в иное. И этот момент называется в нем бытие. Так, давайте мы можем еще об этом подискутировать как раз через, когда у нас это будет, 25 числа будет у нас семинар по категориям первого тома науки логики, и можете еще и с Михаилом Васильевичем подискутировать по этому поводу. Так, продолжаем, да? Все готовы? Продолжаем. Дорогие товарищи, продолжаем наше семинарское занятие. Говорим мы о диалектике как методологии марксизма. Мы разобрали вопросы по философии, правильность, достоверность истины, истине. Разобрались, в чем заключается диалектическая истина. Также попутно мы тут поговорили о том, как диалектика представляет, почему диалектика наука и почему ее можно рассматривать как науку. Рассмотрели, что такое диалектический материализм. Теперь нам осталось понять и разобрать вопрос об историческом материализме и вопрос о диалектике как источник и составная часть момент марксизма. Кто хочет по этим вопросам выступить? Так, если пока никто не хочет выступить, давайте мы тогда временно приостановим разбор этих вопросов. Сейчас я зачитаю, по крайней мере, значит, давайте я зачитаю тех товарищей, которые послали свой ответ в систему дистанционного обучения удаленно. Сейчас я пытаюсь эти ответы найти. И расскажу о том, какие замечания я сделал. И когда мы будем рассматривать эти замечания, в том числе мы дадим ответы на эти вопросы. Так, сначала давайте я зачитаю те, кто получил вообще зачет. Белов Ростислав Александрович получает зачет с замечаниями. Я про замечания сейчас буду говорить. Андрей Николаевич Алябышев получает зачет с замечаниями. Иоанн Анатольевич Бабак получает зачет с замечаниями. Максим Дмитриевич Бабин получает зачет с замечаниями. А Максим Александрович Балашов – то же самое. Иван, не буду сейчас говорить, что дальше, что это зачет с замечаниями. Про замечания мы поговорим прямо сейчас. Итак, зачеты с замечаниями еще получают. Иван Александрович Гапонов,
Алексей Людвигович Гликлих, Артем Романович Голубков, Андрей Викторович Гулевич, Елена Дихаменджиева, Алексей Владимирович Добрынин, Павел Дмитриевич Жуков, Даниил Залялетдинов, Дмитрий Андреевич Кириллов, Александр Климов, Вячеслав Михайлович Лазарев, Василий Иванович Лобачев, Галина Александровна Макарова, Руслан Дмитриевич Малышев, Сергей Викторович Меньшиков, Эдуард Мукан, Василий Геннадьевич Мясников, Сергей Игоревич Ожогин, Александр Подоплелов, Олег Геннадьевич Потяркин, Павел Васильевич Прокопюк, Андрей Александрович Прусов, Владимир Валентинович Рахманов, Ольга Владимировна Рукосуева, Инна Збитнева, Дарья Алексеевна Семушкина, Анна Эдуардовна Слепынина, Козлова Татьяна Игоревна, Вячеслав Олегович Тевинч, Хлопунов Борис Валерьевич, Денис Алексеевич Чернецов, Вячеслав Артурович Шевчук, Степан Шейко, Сергей Владимирович Шпотин, Сергей Николаевич Яранов, Олег Юрьевич Крахмалев. Так, да, вот Олег Юрьевич Крахмалев получил не зачет. Товарищ также не разобрался в том, где искать ему вопросы. И пишет нам товарищ: посмотрел лекцию первого занятия, приступил к этому занятию и, честно говоря, не совсем понял, что с этим нужно делать. Это план к собственному изучению, либо это план на занятие, которое будет проводиться 10-10. Вот товарищ не понял. И о каких трех вопросах идет речь? Значит, еще раз. После каждой лекции в системе дистанционного обучения вывешиваются вопросы. Для того, чтобы получить зачет, нужно ответить на два правильно, а надо ответить всего на три, но на два надо ответить правильно. То есть у вас есть такая как бы попытка. Не надо отвечать на все вопросы. Вот если я, например, вижу, что отвечено на все вопросы, я обязательно найду те, на которые отвечено неправильно. Из этих семи я выберу те, которые неправильные ответы. И поставлю не зачет. То есть как бы не надо увеличивать вероятность неправильного ответа. Возьмите три вопроса, ответьте на три вопроса, два из них будет в точку, и вы получите зачет. Поэтому не надо пытаться на все ответить. Тем более, как раз именно поэтому количество символов, которые можно написать в ответе, оно ограничено. Это сделано не потому, что мы, так сказать, хотим, чтобы вы меньше писали, а мы хотим, чтобы преподавателю было меньше читать, поскольку ну, у нас были раньше такие ситуации, что было и 120, и 150 ответов на вопросы. Ну, а представьте, если каждый написал по листочку, то преподавателю нужно к занятию прочитать, так сказать, талмуд на 150 листов. Вот, это, ну, мягко скажем, большая работа такая. Вот, поэтому нужен короткий ответ, содержательный, короткий, с формулировкой того, на какой вопрос вы даете ответ. Некоторые товарищи пишут: первая точка, и начинают с маленькой буквы, как будто бы они как бы хотят сэкономить место. Выглядит это не очень, естественно. Вот, поэтому вполне там количество символов, я не знаю, какое оно, кстати, но то количество символов, которое дано, его вполне достаточно для того, чтобы коротко и точно ответить на три вопроса. Так, соответственно, товарищ Олег Юрьевич Крахмалев, надеюсь, что он понял, что ему делать, и может дать ответы на вопросы сегодняшнего семинара и написать их. Да? Хотя мы здесь вроде ответы проговорили, и кажется, что это такая не очень нужная вещь, поскольку ответы все проговорены. Но с другой стороны, когда человек пишет, когда сам набирает, пытается сформулировать там, текст в виде какого-то законченного предложения, законченного абзаца, голова начинает работать, и это очень полезно. Так, идем дальше.
Сочеты получают Алексей Викторович Адамов, Андрей Владимирович Бабин, Сергей Александрович Блуднин, Дарья Александровна Гапонова, Егор Анатольевич Гержин, Анастасия Александровна Гришечкина, Юлия Андреевна Гулевич, Нина Андреевна Дудниченкова, или Дудниченкова, извините, не знаю, Артур Ефимов, Ирина Витальевна Ильюшина, Илья Львович Иовлев, Даниил Алексеевич Киселев, Андрей Юрьевич Киселев, Антон Коптюк, Дарья Игоревна Лошкарева, Павел Алексеевич Миронов, Стелла Мордовина и Алексей Валентинович Никитин. Это все товарищи, которых я перечислил, получили либо зачет с замечанием, за исключением того одного товарища, которому надо разобраться, что делать, и написать ответы. Теперь давайте перейдем непосредственно к ответам в СДО. Я их прокомментирую. И имеется в виду, что форма такая, она может быть, форма моих комментариев достаточно скучная может оказаться для тех, кто присутствует здесь очно, но мы ведь на самом деле, у нас университет, он рассчитан на большую аудиторию, у нас слушатели со всей России и даже из других стран, поэтому слушает нас значительно больше, чем присутствует здесь. Но поскольку товарищи, так сказать, здесь присутствующие, не все хотят выступать, поэтому придется слушать выступления товарищей, которые прислали свои ответы в системе дистанционного обучения. Итак, Ростислав Белов, Ростислав Александрович. Почему-то товарищ перепутал. Обычно пишется фамилия, имя, отчество, или имя, отчество, а потом фамилия. А у него получается Ростислав Белов Александрович. Не очень как-то хорошо. Так, отвечает на вопрос о диалектическом материализме и пишет: диалектический материализм есть диалектика, наиболее полное учение о противоречиях, поставленное на материалистические рельсы. В общем, очень много такого я встречаю, таких хлестких и острых высказываний, но вообще, конечно, это не научно. Что значит поставлено на материалистические рельсы? Того и гляди, диалектический материализм куда-то поедет вместе с этой диалектикой по этим материалистическим рельсам. Дальше. Исторический материализм – это диалектика, примененная к изучению общества. Это правильно, но точнее сказать, это все-таки материалистическая диалектика, примененная к изучению истории общества. Конечно, когда мы изучаем историю, мы что изучаем? Что мы изучаем, когда мы историю изучаем? Что вообще наука истории изучает? Товарищи дорогие. То, что сейчас. То, что сейчас. Ну, как-то все-таки там вот говорит там Петра Первого, там еще каких-нибудь царей, там что происходило. Может, он описывает события? Ну, то есть это такая наука, которая вот историк, то есть он описатель получается, да? Он просто описывает события. Как-то не очень хорошо. Это вы принизили историков. Показывает, как настоящее развивается из прошлого. Предпосылки различные, которые были, как... Так нет, а все-таки что изучает? Вот это хорошо было сказано. Показывает, как настоящее и развивается из прошлого. Но это не совсем точно. Изучает настоящее. Вот, история изучает настоящее. И любой историк, когда он что-то говорит, он на самом деле говорит о настоящем. Но о каком настоящем? Как результат развития. Да. Который является результатом развития... предшествующего развития общества. То есть история – это наука, изучающая современность как результат предшествующего развития. Потому что если мы изучаем просто, что было там, в 18 веке, и никак это не связываем с современностью, не изучаем то, что, как то, что было, развилось в современности, и как отражается в современности, это совершенно бесполезное занятие. Ну, это вообще, ну, к чему это? Поэтому история, конечно, изучает современность как результат предшествующего развития. И вот тут товарищ говорит, что диалектика, примененная к изучению общества, все-таки, я бы точнее сказал, к изучению истории. То есть изучается человек, ну, вот, современность. Современность, естественно, это про общество говорится, потому что история без общества, она не, ее нету. Потому что история именно... изучает современное общество как результат предшествующего развития, в отличие от какой-нибудь там, не знаю, археологии, которая может изучать просто камни, да, как, так сказать, породы меняются. Вот. А история изучает общество.
Так, идем дальше. Андрей Николаевич Алябышев. Правильность, достоверность, истина. Товарищ пишет, правильность – это соответствие правилам. Каким правилам? Что за правила? Не очень понятно. Ну, каким-то правилам. То есть, если кто-то установит правила и им соответствовать, то это правильность. Это так, ну, такое вульгарное понимание правильности может быть. Вот. Но как мы тут с вами определили, правильность – это истина, взятая абстрактно, односторонне. Так, истина, соответствие, понятие, объекте. Да, товарищи дорогие, все-таки вы, когда там пишете ответ, ну, можно заставить себя загнать этот ответ в Word и проверить на, банально на соответствие падежей и орфографию. Потому что истина, соответствие, понятие «я», объекте, это как-то не очень хорошо выглядит. Истина полна и противоречива. Вот здесь... Полнота истины указывает товарищ на полноту истины, но в каком смысле он эту полноту понимает, достаточно сложно сказать. Вообще полнота – это больше такая категория из там, математики, каких-то разделов математики, когда ее можно определить, полноту. Вот. Так что не знаю, что вы имеете в виду, насчет, когда вы говорите, что истина полна и противоречива. Так, диалектическая истина, товарищ, говорит нам, понятие о предмете должно быть и правильным, и достоверным, только тогда оно истина. Ну и это, соответственно, неверно. Во-первых, это даже неверно с точки зрения истины, потому что истина, она должна содержать противоречие. Если она должна отражать предмет понятии, и она должна быть противоречивой. Соответственно, диалектическая истина, как мы выяснили, она заключается не только в том, что мы отражаем материальный мир в понятиях, но и мы эти понятия применяем к материальному миру и изменяем материальный мир в соответствии с этими понятиями. Так, диалектика как наука. Суть диалектики – рассматривать все в движении. Движение состоит в разрешении противоречий. Противоречие выражается двумя противоположными утверждениями. Если берется третье противоречие, оно включает в себя первое и второе противоречие. То есть у товарища не стороны противоречий, а противоречия так удваиваются и утраиваются. Какое-то третье противоречие появилось. То есть какая-то мешанина. Движение состоит в разрешении противоречий. Не всегда движение состоит в разрешении противоречий. Правильнее бы говорить, что основанием любого движения являются противоречия. Вот это правильно. То есть противоречие является основанием любого движения. В том числе, если мы в качестве движения берем развитие, кто помнит, что такое развитие? Движение от простого к сложному. Движение простого к сложному, так, низшего к высшему, да. Это вот такое, такая категория развития. А, товарищи дорогие, развитие – истинная категория или нет? Наверное, да, там же есть противоречия. Так, отлично, истинная, это правильно. Развитие – истинная категория. Давайте докажем это. Противоречие укажем в развитии? Содержит начало и конец? Нет. Надо противоречие указать. Там что-то противоположное должно быть. В развитии есть противоположная тенденция к деградации. Вот смотрите. Вот у нас в 91-м году случилась контрреволюция. Кто-нибудь сомневается в этом? То есть произошел переход от социализма к первому, то есть закончился переходный период от социализма к капитализму. То есть мы вернулись назад в исторической перспективе. И получается, можно ли сказать в этом смысле, что развитие остановилось? А почему нельзя? Как вот, вроде мы назад пошли. Назад пошли. То, что сейчас произошло, оно же включает в себя и то, что было раньше, поэтому, так. Поэтому мы не можем. А если не включает, ну что, как таковая контрреволюция, это является развитием? Нет. Смотрите, развитием чего? И как не развитием, просто является развитием или нет? Развитием капитализма, безусловно.
является. Вообще любая и контрреволюция тоже является развитием. Это как раз следует из того, что развитие – противоречивая категория. Вот нам нужно в развитии найти два противоположных момента, и мы легко увидим, что в развитии, что контрреволюция тоже является развитием. Можно вопрос? Да. Мне всегда казалось, что развитие и деградация, не помню, как правильно называется категория, они, ну, находятся, деградация не в развитии, а это как бы вот беспокойное единство, одного единства. Ну, так они… Ну, значит, давайте в не деградация, а регресс, можно говорить, регресс, да? Значит, в развитии два момента. Поскольку это противоречивая категория, в ней должно быть два момента. Первый момент – это такое движение, которое совпадает с направлением развития. То есть вот с тем движением от простого к сложному, низшего к высшему. И это движение называется… Развитие. Нет. Мы уже моменты в развитии находим. Само развитие, да, это движение. А вот есть в этом развитии два движения противоположных. Одно движение, как называется? Прогресс. В развитии можно найти прогресс, и есть второе движение, которое в самом развитии противоположно движению развития самого. Вот так вот. И это движение называется? Регресс. То есть в развитии есть два противоположных движения. Конечно, одно там доминирует, прогресс доминирует. То есть, в принципе, развитие общества, оно как бы соответствует. Ну, потому что развитие – это и есть это движение. То есть, оно соответствует, прогресс соответствует направлению движения развития. Но в самом развитии есть обратное движение. И вот это обратное движение, ну, в том числе, которое мы видим в череде, на самом деле, уже контрреволюций, которые произошли, контрреволюции в Советском Союзе, которая была, это регресс, который также является развитием. То есть, в принципе, как бы можно сказать, вот если вы пьете водку, так сказать, деградируете, то вы, в принципе, то, ну, тоже это развитие, как бы такого. Но только в другую сторону, как бы не соответствующее направлению развития. Так что, вот, в принципе, там граждане, которые этим, так сказать, занимаются, могут сказать, что они, ну, у них развитие идет, в том числе, но не туда. Получается, разные моменты называем. Да. У нас есть развитие, как бы. Да, есть развитие, которое в целом магистральное, ну, как бы, да, определение развития – это движение простого к сложному, низшего к высшему. И в развитии, как в истинной категории, есть два противоположных момента. Вот мы один из моментов называем этим же словом. Да, да. Но мы должны сказать, что есть два момента. Там есть два противоположных момента. Мы называем, не так, мы называем прогрессом то движение в развитии, которое совпадает с направлением развития самого. А противоположное движение, которое противоположное вот движению в развитии, мы называем регрессом. Мы ничего тут... Тут же мы регресс называем развитием. А? И тут же мы регресс сейчас называли развитием. Да. Знаете, почему так получится? Это когда мы будем изучать учение о сущности и будем изучать противоречия, то окажется, что в противоречии обе стороны определяют это противоречие целое. Обе стороны являются целым. Поэтому и можно сказать, что и развитие, что прогресс есть развитие, и регресс тоже есть развитие. Потому что это стороны противоречия, они находятся в единстве. Не бывает регресса без прогресса, не бывает прогресса без регресса. Они находятся в единстве. Не бывает жизни без смерти. Не бывает такого. И наоборот. Если вы, так сказать, не родились, то вы никогда не умрете. А если вы умрете, значит, вы родились. Так что, может быть, для кого-то это что-то новое, так сказать, я это раскрыл, но вот жизнь так устроена. А можно тогда сказать, что два противоречия определяют целое? Давайте про противоречия мы, может быть, немножко поговорим, когда мы будем учение о сущности изучать. Там есть о чем поговорить, и там много нетривиальных вещей. Ну, либо задайте вопрос, если я быстро... Целое определяет противоречие. Да. Значит, есть противоречие как целое, есть его есть противоположности в этом противоречии, моменты противоречия. И каждая из этих противоположностей тоже является целым.
Вот, а потому что та рефлексия, ну вот опять же, я должен говорить словами, с которыми мы пока не знаем, противоречие, исключающая рефлексия. То есть стороны противоречия не только исключают друг друга, но и полагают друг друга, предполагают. Они не могут без друг друга. Не может быть рабочий класс без капиталистов. Потому что если я говорю капиталисты, я имею в виду рабочий класс. Капиталисты не могут быть без рабочего класса. И то же самое, рабочий класс не может быть без капиталистов. Они, хотя они находятся в противоречии, но они и полагают друг друга. А муж, когда я говорю муж, я имею в виду жена. Что у меня есть жена? Ничего другого я как бы не имею в виду. Ну, как бы тут многие понимают, что там есть противоречия, конечно. Вот. Но в целом они находятся в единстве, как нетрудно догадаться, в семье. Вот. Поэтому, и когда мы говорим жена, мы имеем в виду, что есть и муж, и семья есть. И когда мы говорим муж, мы имеем в виду, что есть жена, и семья есть. Как целое, да? Вот. Но тут с мужем и женой, тут надо аккуратно, да, там противоречие более сложного характера. Так, идем дальше. Так, давайте дальше. Идем. Иоанн Анатольевич Бабак. Диалектическая истина – это соответствие, опять, ну, как-то товарищ не смог написать это слово, понятие с объектом, которая соответствует объективной действительности. Во-первых, объект и объективная действительность пишутся с твердым знаком, а не с мягким. Во-вторых, что значит соответствие понятия с объектом? Соответствие понятия объекту и объекта понятию. А уж кто, что соответствует объективной действительности, это уж очень сложно. Во-первых, действительность. Действительность – это тоже категория, но уже такая очень сложная категория, которая появляется в учении о сущности. Действительным это является то, что в явлении соответствует закону. То есть, понимаете, как надо сложно понимать, что такое диалектическая истина, что надо понять, что такое действительность и так далее. К диалектической истине действительность никакого отношения не имеет. Но мы-то эту категорию будем изучать в дальнейшем. Дальше товарищ пишет: диалектический материализм – это марксистская теория развития общества и методология его познания. Марксистская теория развития общества. Ну, да, можно так говорить, и методология его познания. Методология марксизма, да, методология марксизма, диалектика, диалектический материализм. Ну, хорошо, так можно говорить. Не знаю, почему я это выделил, почему мне это не понравилось. Максим Дмитриевич Бабин. Философия – это наиболее общее представление о мире, человеке и месте человека в этом мире. Ну, что значит наиболее общее представление? Тут представление – это очень слабое слово. В принципе-то, если вы зайдете, так сказать, в церковь, то вы там тоже вам дадут достаточно общее представление о человеке, мире и месте человека в этом мире. Представление какое-то вам дадут, там нарисовано все, так сказать, расскажут вам, но это не будет наукой. Да, поэтому философия – это наука, изучающая наиболее общие законы. Представления и законы – это совершенно разные категории. Диалектика как наука изучает наиболее общие законы развития природы, общественного мышления. Потом почему-то это написали, но применили к диалектике. Диалектика как наука не изучает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Диалектика как наука, как раздел философии, изучает наиболее общие законы развития мышления. Она только про мышление, диалектика как таковая. Так, диалектика как источник и составная часть – момент марксизма. Немецкая классическая философия, классическая английская политическая экономия и французский утопический социализм. Непонятно, на какой вопрос вы отвечаете и как вы раскрываете этот вопрос. Совершенно непонятно. То есть, это как, ну, какой-то набор слов получился. Максим Александрович Балашов. Диалектика – это система знаний, философская наука, изучающая внутренние противоречия как основу развития вещей. Учение развития в свободном от односторонности виде. Но это такие хорошие высказывания про диалектики. На самом деле диалектика – это система категорий, которая вот в науке логики изложена, и переходы между этими категориями, то есть движение этих категорий. Иван Александрович Гапонов. Диалектическая истина – соответствие понятия с объекту в изменении.
В общем, понятно, что здесь товарищ даже не смог сформулировать свою мысль так, чтобы ее можно было понять. Алексей Людвигович Гликлих. Так, диалектика есть систематизация философской мысли и наука о противоречиях. Ну, в некотором смысле можно сказать, да, это диалектика – это систематизация. Конечно, вот эту систему, потому что, вообще говоря, вот эти категории, которые так или иначе появляются в науке логики, они в философии до Гегеля были известны, практически все. И было даже какое-то исследование, какие категории вот именно Гегель назвал, ну, как бы новые названия дал этим категориям, ну, не общепринятые. И там оказалось, что это, по-моему, несколько категорий всего лишь. Вот. А в целом, это все категории, которые так или иначе появлялись в философии, и философы те или иные про эти категории что-то говорили. Но эти категории не были систематизированы, то есть они не были уложены в систему, и между ними не была установлена логическая связь. Можно ли сказать, что они использовали эти категории просто как слова? Не всегда, а иногда использовали. Ну, вот, например, вот как раз про определение у Гегеля вы найдете, что Спиноза путал определение и определенность. То есть, он говорил про определение, а имел в виду определенность. То есть, ну, вот некоторые философы использовали это как, ну, слова, которые не соответствуют тому, что, о чем они говорят. Ну, понятно. Просто есть наука лингвистика. Здесь философия как будто пытается взять на себя роль немножко этой науки. В каком смысле? Нет, лингвистика изучает, как слова происходят. Как раз вот лингвистика изучает то, что мы говорили. Вот то, что вот, про то, что мы говорили, что в языке отображаются какие-то действия, ну, или что-то постоянное, и таким образом вот язык обогащается. И вот это вот движение, это как раз изучает лингвистика. Ну вот да, и мы вот этому чему-то повторяющемуся дали вот такое вот... Да нет, это мы, еще раз, мы заметили, что мы так сказать, богатство философского наследия Гегель взял вот эти категории, их собрал в систему, то есть, которая имеет начало как неразвитый результат, то есть чистое бытие, и абсолютную идею как результат, как развернутое начало. То есть, все на самом деле развивается от чистого бытия к абсолютной идее у Гегеля. Вот. И никто не говорит, что он придумывал эти категории. Он взял их, вот они были в философии, так или иначе они появлялись. То есть, он как-то выводил их там специально. Нет, он этого не делал. Но общим является соображение то, что эти категории, они как-то появились в языке. И вот это вопрос, естественно, лингвистики, это не вопрос философии. Как они появились в языке, почему они именно такую форму обрели в языке. Это к философии это не имеет никакого отношения. Да, но для этого прямо. Никто не мыслил об этом, как о категории, только вот он назвал. Он мыслил о категории, но, во-первых, она не была точно определена зачастую, эта категория. То есть, это было какое-то расплывчатое такое, расплывчатое определение. Ну, не определение вовсе. И первое. А второе, не было системы. Не увязывались категории друг с другом. Так, идем дальше. Исторический материализм есть применение диалектики к исследованию общества. Не диалектики только, а диалектического материализма. Но когда говорят, вот да, и это очень у многих прослеживается, значит, когда говорят об историческом материализме, говорят действительно, что исторический материализм – это просто, вот мы взяли диалектический материализм и применили его к исследованию общества. Но дальше-то не идут, этот вопрос, ну, тогда получается достаточно пустой. То есть, мы диалектику материалистически истолковали, получили материалистическую диалектику. Материалистическую диалектику применили к исследованию общества, получили исторический материализм, ну, или историю общества, получили исторический материализм. Это, ну, такая, в некотором смысле, банальность какая-то, да? На самом деле, вопрос заключался в том, чтобы, по крайней мере, указать, что является определяющим моментом в историческом материализме. И этот ответ на этот вопрос дается в том числе у Энгельса в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». И вот Энгельс пишет:
И тут, на самом деле, очень многие эту фразу, ну, эту мысль у Энгельса берут, но почему-то подмешивают слова. Вот Энгельс пишет в точности следующее. Согласно материалистическому пониманию, как раз это вот и есть, так сказать, сердце исторического материализма, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственно жизни. Еще раз. Определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственно жизни. То, что я читаю, основным моментом, основанием, еще чем только не является, но вот Энгельс пишет именно об определяющем моменте. То есть это момент, который определяет всю историю. А что это за момент? Момент производства и воспроизводства непосредственной жизни. Причем это... Ну и дальше он это раскрывает. Тут уж я объясню своими словами. Значит, непосредственная жизнь нужно производить и воспроизводить. Ну, производство жизни и это производство и воспроизводство разбивается естественным образом на две части, на как бы две составляющих. Первое – это произвести человека как такового. И это производство, оно как бы не менялось последние несколько миллионов лет. Оно как бы одинаковое в некотором смысле. Вот, хотя тут, как известно, на Западе пытаются, так сказать, изменить что-то в этой процедуре. Вот, поэтому тут ничего не меняется. А вот воспроизводство жизни и обеспечение этой жизни, то есть производство средств к жизни, то есть там предметов питания, одежды, жилища и необходимого для этого орудий, это как раз вторая часть этого производства и воспроизводства непосредственной жизни. И вот эта вот часть производства предметов, которые необходимы для жизни, она является определяющим моментом в истории, человечества. Вот и это основная идея исторического материализма. Больше в историческом материализме как-то и все вокруг этой идеи раскрывается. То есть, поскольку нужно воспроизводить человека как такового, первое воспроизводство, ну, воспроизводство как бы детей, оно, мы никак на него повлиять не можем, оно как было, так и будет еще очень долго. Вот. Те материальные средства и предметы, необходимые для жизни человека, как эти средства производятся, это и является определяющим моментом в истории. И это содержание исторического материализма. То есть для того, чтобы нам сказать что-то об человеческом обществе, для того, чтобы понять человеческое общество, нам нужно понять, как это общество производит. Ну вот эта мысль сводится, собственно говоря, к этому. Чтобы понять, определить что-то про человеческое общество, сказать что-то про человеческое общество, нам нужно понять, как оно производит. И это будет определяющим в этом человеческом обществе. Вот это не все понимают, судя из ответов. Более того, это, по-моему, один человек, только который отвечал, вот, раскрыл именно такое понимание исторического материализма. Так, идем дальше. Артем Романович Голубков. Философия – это дисциплина, изучающая всеобщие законы движения природы, общественное мышление. Опять слово какое-то – дисциплина. Что за дисциплина такая? Наука это? И, кстати, философия стала наукой в тот момент, когда, вообще говоря, Гегель диалектику написал. Потому что до этого не было такого движения, не было системы. В систему, то есть философия представляла собой как набор мыслей. Вот здесь что-то Платон поговорил там про свой идеальный мир. Здесь что-то там Кант рассказал нам про вещь в себе. Здесь еще кто-то что-то поговорил. И был такой набор не связанных друг с другом рассуждений. А именно Гегель уложил это все в систему. И представил, и развернул как систему. Поэтому философия в этом смысле, ну, это не дисциплина. Дисциплина – это такое очень вялое слово. Это наука. Так. Правильность характеризует соответствие тезиса с некоторыми нормами. С какими нормами? Где они приняты, эти нормы? Какой-то очень субъективный подход. Так, диалектический материализм
Материализм Фейербаха, основанный на диалектических принципах, единстве борьбы противоположностей. Здрасте, как раз диалектический материализм – это в некотором смысле противоположность материализму Фейербаха. Потому что диалектический материализм, он заключается в том, как раз в том, чтобы менять природу. А материализм Фейербаха – это материализм созерцательный, описательный материализм. Поэтому нельзя говорить, что диалектический материализм – это материализм Фейербаха. Андрей Викторович Гулевич. Так, пишет. Главный вопрос философии-истина. Что это за вопрос-то такой? Тогда надо написать вопрос об истине или что такое истина. Но это не главный вопрос, а основной вопрос философии, наверное, так это формулируют. Не главный вопрос. Вот, но вопрос-то в чем? Вы вопрос-то не написали? Так. Все категории диалектики содержат все противоположность. Вот мы тут как раз, товарищ вот здесь как раз рассказал нам то, что мы обсуждали. Не все категории диалектики истинны, и не все категории диалектики содержат все противоположность. Чистое бытие, бытие, ничто и чистое ничто никакой противоположности все не содержат. Они абстрактные категории, не истинные. Проблема истины в марксизме. Понимать все диалектически. Примечание – диалектический метод. Ну, я бы не сказал, что... То есть, проблема истины в марксизме заключается в том, что просто понимать все диалектически – это как-то очень узко вы формулируете. Идем дальше. Елена Дихамеджиева. Что такое философия? Философия изучает все общее. Это особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях, принципах реальности и также бытия человека. То есть, ну, вы в философию напихали какие-то характеристики. Хотя характеристика – это очень такая простая категория. Что такое характер? Кто не знает? Да, определенность, которая есть лишь бытие для иного. То есть определенность, которой нету в себе бытия вообще. То есть лишь бытие для иного есть. Это характер. То есть то, что проявляется только во мне. Вот. Ну и характеристика, соответственно, это что-то связанное с характером. Вообще характеристика – это такое непонятное слово в применении там, к системе знаний. Что такое характеристика? Вот. Понятиях, принципах реальности. Принципы какие-то, какая-то реальность. В каком смысле реальность здесь слово это использовано? Это как категория в противоположность отрицанию? Или что такое реальность? Или это в противоположность идеальному, если мы говорим про реальность? Категория реальности, она два раза появляется у Гегеля. Один раз это когда рассматривается качество с двух сторон, как реальность и отрицание. А второй раз – это когда рассматривается реальное и идеальное. Вот. И что вы здесь имеете в виду, совершенно непонятно. Так, изучает движение, механическое, бытие в этой точке, быть в этой точке или не быть. В общем, какое-то здесь нагромождение слов, как минимум. Диалектика – наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. То же самое. Диалектика – это наука о наиболее общих... Это часть философии, раздел философии, который содержит в себе законы мышления. Изучает законы мышления и движения мысли. Алексей Владимирович Добрынин. Истина есть всестороннее соответствие объекту. Достигнуть истины возможно только через противоречие, то есть борьбу противоположных тенденций. Почему-то последние слова через у товарища написано слитно. Непонятно почему. Значит, истина есть всестороннее соответствие объекту. Что значит всестороннее? Просто соответствие понятия объекту. Чего? Соответствие чего вы уже не указали, тут как раз понятие. Достигнуть истину возможно только через противоречие. Опять непонятно, что значит достигнуть истину через противоречие. Истина противоречива. Поэтому мы можем сказать, что если мы что-то изучаем, и противоречие не раскрыто, не раскрывается в понятии, то это и не истина. Так, борьба противоположных тенденций тоже. Странно как-то. Диалектическая логика, примененная к материи,
где материя первична, а идея вторична. Это товарищ, видимо, отвечает на вопрос о диалектическом материализме. Диалектическая логика, примененная к материи, где материя первична, а идея вторична. Это, опять же, такое хорошее высказывание о диалектическом материализме, но оно не раскрывает того движения, которое мы здесь уже указали. Нина Андреевна Дудниченкова. Диалектика – это наука, которая изучает прямо противоположные движения в одном единстве. Она утверждает, что вообще нет ничего, в чем бы не было прямо противоположных тенденций. Опять мы только что разобрали, что противоположности есть категории в диалектике, которые не противоречивы. Так, Павел Дмитриевич Жуков. Исторический материализм – философское направление, где человек является продуктом обстоятельств и воспитания. Мощно сказано, действительно, отдельный человек является продуктом обстоятельств и воспитания, только исторический материализм, ну, не это утверждает. Исторический материализм, как мы уже выяснили, утверждает лишь то, что определяющим моментом человеческого развития есть производство и воспроизводство непосредственно к жизни. То, что человек является продуктом обстоятельств и воспитания, это хорошее замечание, которое, кстати говоря, возвращает нас к одному закону, материалистическому, марксистскому закону, который очень часто трактуется совершенно неправильно различными товарищами. А речь идет о том, что как раз о законе исторического материализма, о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Зачастую говорят, что бытие определяет сознание. Есть такой, как бы, фольклор, так сказать. Это совершенно неверно. В марксизме нет ни такого утверждения вообще нигде, что бытие определяет сознание, потому что если бы это было так, это значит, что бытие конкретного человека, то есть, ну вот, определяет его сознание. И тогда совершенно непонятно, откуда берутся, так сказать, товарищи вроде Владимира Ильича Ленина, который был, в общем-то, аристократом. И по бытию-то совсем к пролетариату и к рабочему классу отношения не имел. А при этом сознание-то у него было как раз, ой, какое пролетарское. Вот, поэтому действительно человек является продуктом обстоятельств воспитания, а вот общественное бытие определяет общественное сознание. Но мы, наверное, когда-то дальше поговорим, что такое конкретно, что такое общественное бытие, как оно связано с человеческой деятельностью и так далее. Но это немножко попозже. Даниил Залялетдинов. Диалектическая истина. Соответствие идей объективной действительности. Опять объективная действительность какая-то. Во-первых, объективная. Во-вторых, действительность. То есть, есть какая-то субъективная действительность. Есть действительность. И почему только действительности? Как раз надо брать все богатство проявлений, не только действительное, потому что в действительном вы ухватываете только то, что в явлении соответствует закону. Поэтому про действительность говорить в диалектической истине совершенно неправильно. Диалектика как наука. Наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Но опять же, товарищи путают диалектику и философию. Так, ну давайте что-нибудь тут уже. Последнее что-нибудь разберем. А то мы вроде бы уже все обсудили. И в целом. Есть на седьмой вопрос. Так, на седьмой вопрос. Сейчас попытаемся найти. Вот, диалектика как источник марксизма, да. Учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности виде. Учение об относительности человеческого знания, дающего нам отражение вечно развивающейся материи. То есть, товарищ отвечает не на тот вопрос. А давайте мы действительно разберем вопрос о том, что диалектика как источник и составная часть момент марксизма. Значит, если мы будем рассматривать марксизм как таковой, то у него действительно есть три источника и три составных, мы говорим здесь, части, только следуя
тому историческому наследию, которое нам оставил Владимир Ильич Ленин, потому что он написал работу «Три источника и три основных части марксизма», и там говорил про части. Хотя он там подразумевал моменты, конечно. И мы как раз в этом вопросе должны говорить про моменты марксизма. Итак, давайте поговорим о трех источниках марксизма. Источники марксизма – это немецкая классическая философия, труды Адама Смита и Рикардо по экономике и немецкий социализм. Французский утопический социализм. Вот это три источника марксизма. То есть то, откуда марксизм черпал и на основе чего развивал, Маркс, Энгельс развивал свое знание. Если говорить о том, какие источники, к чему эти источники, до чего они развились, то мы получаем следующее. Первое. Немецкая классическая философия, то есть это вот труды немецких философов, они были преобразованы и развиты Марксом и Энгельсом, и поэтому первым моментом марксизма является, кстати, мы здесь три момента назовем. Сейчас я расскажу, что в этом тоже никакого противоречия нету, ничему. Все здесь в порядке. Первое, значит, немецкая классическая философия развивается до диалектического материализма, то есть гегелевская диалектика практически полностью входит в методологию марксизма, и она же, как бы, как это говорил Маркс, Маркс говорил, что они с Энгельсом перевернули диалектику Гегеля, хотя на самом деле с ног на голову, хотя на самом деле они сами перевернулись, в том смысле, что они же были младогегельянцами и стояли в этом смысле на голове, то есть они были идеалистами в самом начале, а потом они стали материалистами, начертавшись Фейербаха как раз, но материалистами именно диалектическими, то есть диалектический материализм – это момент марксизма, один из моментов марксизма. Дальше, следующий момент марксизма – это политическая экономия. То есть это то, на чем основывался Маркс, когда писал свой труд «Капитал». Критика политической экономии, да, критика, вот если вы возьмете «Капитал», это критика политической экономии. То есть это критика капиталистического способа производства. Он во многом основывается на трудах Рикардо и Адама Смита и берет все лучшее, что в этих трудах есть, и создает политическую экономию. И политическая экономия – это второй момент марксизма. И третий момент марксизма – это уже научный социализм в противоположность утопическому социализму французскому. В чем здесь отличие? Французские социалисты, они лишь предсказывали то, как должно быть устроено общество, там, справедливое, правильное общество, как оно должно быть устроено. Но они не указывали никаким образом путь к этому преобразованию, как получить это преобразование, как общество капиталистическое должно перейти в вот то самое утопическое общество утопического социализма. А научный социализм, он отличается от всех других социализмов, и в том числе от утопического социализма, в том, что он указывает на материальную силу, а именно рабочий класс, который единственный класс, который наиболее полно заинтересован в преобразовании общества, в уничтожении всех классов и переходу к бесклассовому обществу, то есть к социализму. Соответственно, научный социализм исследует вопрос о том, как этот процесс идет, как рабочему классу сбросить свои цепи, сбросить свои оковы и построить социализм. Так вот, если мы говорим об этих моментах, то они действительно моменты в каком смысле? Если мы начинаем изучать, скажем, политическую экономию, с чего начинается капитал? Кто читал «Капитал»? С товара. Да, то есть Карл Маркс начинает просто с того, что он берет товар и начинает его изучать. Причем он именно пользуется диалектическим методом,
по крайней мере, в том смысле, что, ну, там, во-первых, противоречия очень интересно, там, они прям противоречия возникают, он прямо говорит, что и то, и другое у него бывает, ну, там, когда он стоимость находит, что он говорит о том, что вот эта стоимость появляется вне обмена и в обмене одновременно. Прибавочная стоимость, прошу прощения, прибавочная стоимость. И в обмене, и вне обмене одновременно. То есть он прямо вот указывает на там, противоречия уже на первых страницах. Так вот, начинает он с капитала, потом идет, и к концу капитала чистой экономической книги он приходит к тому, что бьет час капиталистической эксплуатации, экспроприаторов экспроприируют. То есть мы начали вроде изучать чисто экономический вопрос, товар, а пришли к тому, что экспроприируют экспроприаторов, причем эти экспроприируют именно пролетариат. Под пролетариатом Маркс понимает рабочих, рабочий класс. То есть он приходит к тому, что начал с изучения политической экономии, оказался тут же в научном социализме. И наоборот, научный социализм не мыслим без того, чтобы объяснить, почему рабочий класс, наиболее прогрессивный класс общества, почему, как и каким образом он создает все богатства в этом обществе, и почему он наиболее угнетаем в этом обществе. Это невозможно объяснить без политической экономии. Для того, чтобы изучать и политическую экономику, нужна диалектика. Поэтому вот это именно три момента, три неразрывных момента марксизма. Изучая один, мы на самом деле изучаем другой. И здесь, в Красном университете, мы стараемся, чтобы эти моменты не были разделены на куски, а мы изучаем весь марксизм в единстве всех его трех моментов. Потому что, на самом деле, в позднесоветской традиции, в ревизионистской, на самом деле, уже традиции, было то, что вот здесь мы изучаем политэкономию, никакой диалектики там не изучается, никакого научного социализма. Здесь мы изучаем научный коммунизм, то есть научный социализм мы вообще не изучаем, мы изучаем какую-то странную науку, научный коммунизм. А диалектику вообще не изучали. Диалектику забыли, и если там еще Ленин в одном из своих философских завещаний говорил о том, что без изучения диалектики нам смерть, и мы все должны стать любителями гегелевской диалектики, кружком любителей гегелевской диалектики, то во времена Сталина диалектика, наука логики печатается, изучается, а после уже как-то там, начиная с 60-х годов, про диалектику забывают, про спелый социализм начинают рассказывать, то есть противоречия вообще, да, начинают рассказывать про то, что уже там через несколько лет будут жить в коммунизме, гражданин Хрущев такое начинает рассказывать, то есть противоречие просто исключается, выкидывается из рассмотрения, противоречия самого социализма не исследуются в большинстве, так сказать, научных трудов, хотя вот есть труд Михаила Васильевича Попова в том числе, который исследует как раз те противоречия, которые свойственно социалистическому способу производства. Вот. Ну и я все это к тому веду, что были нарезаны на куски на изучение вот этих трех моментов марксизма, они действительно стали частями, их начали искажать. Ну и в целом марксизм таким образом пытались исказить. И на самом деле надо сказать, что сегодня такому систематическому изложению марксизма и систематическому пониманию марксизма вряд ли где-то, кроме вот Красного университета, можно найти, по крайней мере в России. Я других таких учебных заведений и коллективов, которые этим занимаются систематически, а мы занимаемся этим уже там 11-й год, наверное, или даже 12-й, сложно посчитать. Вот, в России, по крайней мере, таких заведений нету. Поэтому, подводя итог нашему сегодняшнему занятию, мы изучаем марксизм в трех его моментах, не забываем, основным, значит, для нас является изучение диалектики, изучение капитала и изучение научного социализма, то есть различных трудов Маркса, Энгельса и Ленина. Ну и, собственно говоря, вот по этим
моментом в дальнейшем и будет построена наша программа, и эти моменты мы будем изучать. Так, я, наверное, на сегодня закончил. Если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу. Разрешите? Вот да. Касательно последнего вашего выступления, да, три источника марксизма. Вот исходя из этой логики, если, допустим, мы оставим немецкую философию вместо политической экономики, экономии, возьмем, допустим, кейнсианство, а касаемо утопического социализма, например, возьмем монархизм, то мы что, можем какую-то другую тогда научную? Нет, не можем. И еще раз, здесь речь идет о том, что источником, ну, считайте то, что вдохновило, ну, не, вдохновение – это такое, наверное, не самое хорошее здесь слово, но это то, на чем Маркс и Энгельс строили науку марксизм, то есть из чего она вытекает. Как вот… Маркс нас учил, что надо встать на плечи гигантов, и тогда можно дальше увидеть. Да? Поэтому они встали на плечи гигантов, потому что для своего времени, например, с точки зрения экономической науки, Рикардо и Адам Смит – это были, конечно, гиганты просто мыслей. То есть то что они уже вплотную подошли к определению, откуда берется, ну, про стоимость они просто знали, а вот прибавочную стоимость им один шаг надо было сделать. И, ну, этот шаг сделал вот Маркс в «Капитале». И поэтому в этом смысле источником вот марксизма являются именно труды Рикардо и Адама Смита. То же самое с диалектикой, да, с диалектическим материализмом. То есть труды немецких философов кристаллизовались в системе Гегеля, а Маркс и Энгельс эту систему просто материалистически истолковали. Поэтому, ну, нельзя было сказать, что из чего-то другого можно было вывести. Нет, как раз наоборот, очистили науку в этом смысле общественную от, так сказать, посторонней шелухи. И вот самое лучшее взяли, потому что, ну, вот если вы читали «Капитал», Маркс там просто цитирует там Адама Смита и Рикардо регулярно. И не в том, что в плохом смысле. Он говорит, что вот Маркс и Рикардо и Адам Смит это знали уже. Вот там цитаты из этих там умнейших мужей. Спасибо. Так они на основе Смита и Рикардо создали политическую экономию, и потом ее критиковали? Нет. Еще раз. «Капитал» есть критика политической экономии, критика капиталистического способа производства. Ну, критика – это в каком смысле? Это ж не то, что критика понимается не в смысле, там, говорить, что это плохое, а в том смысле, чтобы открыть и раскрыть законы, развернуть законы, которые присущи этому способу производства. В этом смысле это слово «критика» понимается. Ну, если мы говорим о критике социалистического способа производства, вполне тоже можно об этом говорить. Это значит, что вывести законы, которые действуют в социалистическом способе производства. Критика в научном смысле понимается не в таком огульном. Я понял. А на экономических факультетах капитал изучается, ну, прибавочная стоимость понятия вообще? Значит, я на экономическом факультете не обучался. Я обучался на математико-механическом факультете, и то, что нам Санкт-Петербургского государственного университета. И то, что нам подавали в курсе экономики, ну, я тогда, так сказать, не был погружен в марксизм. Но это вот то, что нам давали, эти вот кривые спросы и предложения, ну, такой мрак. Просто это, ну, я не знаю, на каких детей это рассчитано вообще все. Нет, то есть, вот это вот то, что я видел преподавание. А то, что на экономическом факультете, вы можете спросить у Михаила Васильевича, вот в следующий раз, он на экономическом факультете преподавал, и преподавал в том числе марксизм. Но преподавал ли он «Капитал» прямо, не знаю. Но вот так вот, чтобы прямо «Капитал» изучался систематически, я о таком не слышал. Хотя никто, ну, действительно, как-то критику «Капитала», то есть в том смысле, что какой-то разбор подробный «Капитала» с тем, чтобы найти там ошибки какие-то, неточности, но нет таких работ, не берутся, так сказать, буржуазные экономисты, потому что понимают, что соваться туда лучше не надо. Что это очень опасно для них. Можно еще вопрос? Да. Вы сказали, что чтобы понять человеческое общество, нужно понять, как оно
производит, а как оно производит и как это следует истолковать? Вот приведите пример какой-нибудь. Значит, нужно понять, как устроено производство. Да, значит, для того, чтобы понять, как устроено производство, нужно вспомнить еще, что такое определение производства. Значит, производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть, есть некая форма общества, и посредством которой присваиваются предметы природы. И вот эта форма, различные формы общества и определяют производство. Этих форм общества известно всего несколько. Первое – это первобытно-общинный коммунизм. Это, когда я говорю, называю это общественно-экономической формацией, это на самом деле про способ производства, не про что другое. Первобытно-общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм. То есть мы знаем только пять способов производства. И таким образом, чтобы сказать что-то об обществе, достаточно сказать, как оно производит. Вот где оно в этих способах производства находится. Если вы сказали, что общество капиталистическое, вы большую часть про общество на самом деле уже сказали. То есть все капиталистические общества очень похожи друг на друга. Понятно, что есть там некоторые различия, особенно при империализме, когда есть там горстка этих стран, которые эксплуатируют другие страны, это все понятно, есть некие различия. Но если вот просто говорить о том, что общество капиталистическое, там больше, большую часть про него сказали. Мы уже сказали про то, что там будет безработица, то, что там будет разделение на богатых и бедных, то, что там есть рабочий класс, есть владельцы средств производства, большую часть мы про общество сказали. Вот поэтому в этом смысле, для того, чтобы понять, как устроено общество, достаточно понять, как оно производит. Еще вопросы? Да. А вот смотрите, вот есть наука. Учтите, уже 21.03, да, так что несложный вопрос. Да, другие науки, например, математика, да, химия, физика, все так далее. Да. Они ведь с 18 века, да, включая вот нынешнее время, развились же, да, с одного уровня на другой. А когда мы изучим диалектику Гегеля, то мы останемся примерно на уровне вот середины 18 века или дальше есть какое-то развитие? Смотрите, здесь как раз идея заключается в том, что математика, химия и физика, они, эти науки, не очень политизированы, и поэтому они получили огромное развитие действительно за последние годы. Ну, за последние там, не годы даже, а за последние там века, можно сказать, да. И это связано с том, что, ну, на самом деле, капиталистам там неважно, ну, им главное, что 2 плюс 2 там равно 4, а в принципе, им не надо искажать эту информацию каким-то образом. А вот использование там диалектики, развитие диалектики, развитие там действительно политической экономии для капиталистов, ну, так сложилось, что оно для них смертельно просто. И поэтому эти науки всячески искажаются, различное вранье про них происходит и так далее. Но сейчас, так сказать, прямой борьбы с марксизмом господа капиталисты не ведут, потому что, ну, нету вот того, чтобы там они выступали с каких-то научных позиций против марксизма. Я вообще такого не слышал. Никто не выступает с научных позиций против марксизма. Они просто замалчивают. Этого нет, как будто бы. Давайте не будем об этом говорить. Только не об этом. Давайте о чем угодно поговорим. Про экономикс поговорим, про там, кому сейчас выдают эти Нобелевские премии по экономике. Это вообще, ну, полный мрак. Вот. Значит, это очень область такая политизированная. И, соответственно, развитие она получает немного. А другие науки, они, ну, наоборот, помогают господам капиталистам там больше прибавочной стоимости иметь. В том числе и математика, и химия, и физика. Они же просто помогают извлекать больше прибавочной стоимости, увеличивать производительность труда. Соответственно, увеличение производительности труда, оно конвертируется, имея в виду, что мы последние 100 лет живем с 8-часовым рабочим днем, производительность труда выросла там в десятки раз. Кто все эти сливки собрал? Ну, господа капиталисты. Поэтому развитие этих сфер научной мысли им выгодно, а развитие
развитие там, диалектики в том числе, им невыгодно. И заметьте, даже более того, они от нее отказываются, потому что если посмотреть, что является, так сказать, ну, философским основанием различных, там, которые лежат там, в выступлениях различных буржуазных деятелей, то они все по большей части, но нет, скажите, что ладно, мы вот хотя бы диалектику как основное философское, так сказать, философское основание будем использовать. Они даже этого не могут сказать, хотя диалектика, ну, казалось бы, что это, можно как-то там примострить ее к буржуазным идеям, но они даже от этого, они даже диалектику боятся использовать, а в качестве основного философского основания они используют, ну, просто самые реакционные течения, вроде там это идеи про Бога, про это, всякие учения, которые, ну, давным-давно отмерли, все уже, это позапрошлый день, то есть все уже давно проехали. Ну, то есть, получается, вне Гегеля и вне марксизма философия остается все на том же уровне, что в другом. В целом, да. То есть, те рассуждения, которые сейчас вот идут о философии, то есть, вот это информационная матрица. Но это на самом деле тоже, они все говорят про Бога. То есть вот информационная матрица – это то же самое, что и Бог. А что там было из последних достижений, что все вокруг – это тексты. Вот философская мысль так идет у них. Вот это вот развивается. А действительно, ну, действительно глубокое философское наследие там, гегелевское, оно практически не развивается. Ну, систематически при капитализме. Конечно, есть отдельные, так сказать, точки, где люди это исследуют, изучают, но вот так систематически нет. Вот смотрите, вы, когда мы отвечали, вы сказали, что вот есть производство, и во время производства появляется, допустим, какая-то новая деятельность, она отражается в словах, в категориях и так далее. Вот производство же с тех времен, с середины 19 века, оно же изменилось. Там, конечно. Появились новые виды там... Вот эта штука как называется? Это компьютер. Ноутбук. Да, вы думаете, вот это слово было в 19 веке? Нет, вот я к этому вижу, что появилось. Вот эта штука как называется? Нет, я просто... Производство изменилось чуть-чуть, да, немного? И философия же ведь она за производством идет? Нет, философия, я такого не говорил. Философия за производством не идет. Не идет. Нет. Значит, может быть, например, феодальная философия... Нет, философия к производству непосредственно не привязана. Я не очень понимаю, почему она должна быть привязана к непосредственному производству, к конкретному какому-то. Я имею в виду, что у нас, например... Значит, у нас может быть философия 19 века, а... У нас и есть философия 19 века. Посмотрите, что наши буржуазные деятели городят. У них религиозное сознание. У них нету никакой, вот в качестве философского основания они не берут ни диалектику, ни там, я не знаю, ну хорошо, не нравится диалектика, возьмите Канта тогда. Ну, они берут религиозное, у них религиозное основание. То есть они вот свою, так сказать, мировоззрение строят на религиозном основании. Это, ну, это мракобесие там позапрошлого века. Так, ну что? Да, давайте уже на сегодня закончим, потому что... Вопрос по поводу выполнения работ. Кто не сделал или кому не заплатил? Опять посылайте в этот еще раз в СДО, да, там я со временем все проверю. Так, на этом заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо.